Тхэквондо – корейское боевое искусство. Тхэ переводится как «нога», квон – «кулак», а до означает «путь». То есть тхэквондо можно перевести как «путь ноги и руки». Особенность заключается в том, что это очень динамичный вид спорта, высокоинтенсивный, сложно-координационный, очень много красивых ударов ногами. С разворотом, в прыжке. В Корее традиционный бой ногами тхэкён был известен более 2000 лет назад. Его приемы помогали воинам с ноги выбивать противника из седла. Вполне возможно, такое под силу и участникам турнира. Несмотря на юный возраст, у всех наших участников уже прекрасные навыки, которым многим, даже взрослым, уже не под силу. Дорогие ребята, сегодня на вас смотрят и за вас болеют не только ваши родители, ваши педагоги, наставники. Сегодня за вас болеет весь Одинцовский район. Одинцовских тхэквондистов набралось 19. Для многих из них это первые соревнования такого уровня. А некоторые уже зарекомендовали себя как высококлассные бойцы. В этом году три моих спортсмена стали обладателями Кубка мира в Беларуси, который проходил в ноябре. А в прошлом году 2 человека выиграли Кубок мира. Ну, то есть дети сейчас находятся на хорошем, таком высоком уровне. Возраст участников от 6 до 13 лет. Один бой состоит из 2 раундов, которые длятся по 1,5–2 минуты в зависимости от категории. На протяжении всего турнира дежурила скорая помощь, и это неудивительно. Замечательно, количество участниц не уступало числу участников. Но зачем девочкам выбирать такой жесткий спорт? У меня занимался брат. Он сказал: «Сонь, тебе надо пойти на тхэквондо, чтобы когда на тебя кто-то нападет, ты им дала». Так как соревнования проходят по многим категориям, много и победителей. Всего разыгрывалось около 90 медалей. Одинцовцы Яков Куранов и Мария Букина получили золотые медали в индивидуальном зачете. В общекомандном нам повезло меньше. Лидером стала Московская школа тхэквондо. Победители получили не только кубки, медали и грамоты. Победители на этих соревнованиях, помимо почетной грамоты, медали, получают также денежный приз, что позволит... Данные соревнования, их учредители и спонсоры помогли нам создать такие условия, что еще больше привлекает детей для выступления на этих соревнованиях. Но для участников деньги не главное. Но это же мальчики. Мальчики должны драться, должны быть мужчинами. Поэтому тхэквондо у меня других даже вопросов никаких не стояло. Если кто-то нападет, то можно обороняться. И все-таки тхэквондо – это не просто путь ноги и руки. Это в первую очередь путь духовного развития. А это значит, что настоящий тхэквондист владеет не только искусством драться, но и искусством жить. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».